Ну что ж, друзья, здравствуйте. Пришло время рассказать вам о том, что я планирую на следующий сезон. А планирую я выполнить свое обещание и устроить серию своеобразных музыкальных джазовых рингов. И сделаю я это на основе польских джазовых музыкантов, поскольку я не раз говорил, что я считаю Польшу и Францию двумя наиболее джазовыми странами Европы. И я в восторге от польских музыкантов, от их уровня, от их своеобразности, от их высочайшего класса в джазовой музыке. Так что следующий сезон будет посвящен Польше и тем музыкантам, которые будут выступать вместе с польскими музыкантами. Начну я сам. Я пригласил сюда знаменитого, именно знаменитого польского джазового пианиста Павла Качмарчика. И мы здесь устроим джазовый ринг. Причем, насколько я помню, он приедет в Россию прямо с огромного тура по Китаю. Мы встретимся в Новосибирске и поедем по России. И ритм-секция тоже будет польская. Это будет ритм-секция Павла Качмарчика. Второй концерт будет посвящен трубе. Это будет ринг трубачей. Для этого я пригласил Роберта Можевского, знаменитого, очень известного польского трубача, с великолепным количеством гастролей. И я пригласил для этого одного из лучших, одного из эрудированнейших, умнейших российских джазовых трубачей, Сергея Проня. Третий же концерт уже будет чисто польским. Я посвятил его скрипке. Будут, что называется, драться между собой два прекрасных польских скрипача. Один это Бартош Дворак, или Дворжак, но Дворжак это скорее по-чешски, наверное, Дворак, Бартош Дворак. Судя по фамилии, он польский чех, видимо. И второй это Матеуш Смачинский, харизматичный, прекрасный, техничный джазовый скрипач. Вот такой мы планируем будущий сезон, и я очень вас жду. Я думаю, что этот сезон будет, так же, как и остальные, очень не похож на все предыдущие. Каждый концерт будет другим, просто потому, что я знаю этих музыкантов и знаю, о чем говорю. Я жду вас, друзья. До скорой встречи!